Всем привет! Плавно мы с вами перебрались в третью серию. И мы сегодня посмотрим в третьей серии бронзеры, скульпторы, их немного, и двойные, тройные палетки. У меня сейчас в кадре помощница из серии «Найди кота». Вот, видите, тут шевеление двигается. Вот она, да, там. Не знаю, как она мне будет мешаться, но я уже срочно снимаю третью серию, потому что мне эта помощница уже пытается играть как шариками моими баночками. Поэтому надо во спасение косметики быстренько попробовать все доснять. Ну что ж, в первой серии мы посмотрели хайлайтеры. Это первые три ряда. Во второй румяна. Это еще три ряда. Ну и сейчас переходим к скульпторам-бронзерам. Ничего не считала, кому интересно, сам посчитает, потому что это не инвентаризация сейчас, а просто мы пересматриваем коллекцию, был запрос вот разложить одним полотном все, что у меня есть для лица. Ну, я надеюсь, что я собрала все. Самые крупненькие две баночки, это первый рассыпчатый бронзер от Paese. Сводчи буду не все делать, вот так он выглядит. Ну, тут можно, конечно, красоту-то такую показать, он такой... полубронзер, полурумяшки сверкающие, сияющие. Вот смотрите, какой он красивый. Прямо очень красивый. Сейчас мне эта подруга будет мешать. Она не спит, поэтому она будет ходить и выступать. Ладно, посмотрим. Бронзер от Avon. Вот такой симпатяга. В шариках. Так, убираем. Далее бронзер очень красивый от Physician Formula. Не так давно появились у меня два хайлайтера. У меня от Physician Formula есть румяшки светленькие. И вот такой красивый бронзер. С этой стороны я его все время набираю. Мне его жалко весь затирать. У него есть тут какое-то название. У него очень приятный аромат. И вот такой оттенок. Далее давайте покажу красавчика. Это Art Deco. Вот такой красивый, как плетеный, да, футляр. Название. О, привет, 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 там я. И он вот такой. Тоже вот он как-то, знаете, между румянами и красивым бронзером. Сейчас покажу. Вот какой красивый оттенок. Но это все для загара. Все это хорошо для загара. Следующий бронзер такой яркий, темный даже. С Израиля ко мне приезжал. Beauty Care бронзер. Оттенок 01. Вот такое тут солнышко. Он прямо такой на смуглянку-молдаванку. Вот. Тут пигмент хороший. Я его использовала как тени. И как тени мне он понравился прям очень. Попробую я, конечно, тут сдвинуть. Когда только начинаешь, вот этот дальний край не так просто дотянуться, чтобы все положить красиво. Ну, вроде бы вот так, да, сбегала. Далее. Очень красивый. Это для меня больше скульптор, чем бронзер. Вот такая пудра от Eva Mosaic. Оттенок 01. Бронзирующая пудра. И тут во втором отделении вот такая симпатичная кисть. И в первом вот такой продукт. Бронзер, который вот красивый. Сейчас вот здесь покажу. Вот он. Им не переборщишь. Он такой деликатный. Вот, например, сравнить вот с этим, да, который прям пугает, то этот прям совсем нежнятинка такая. Отдеваешь. Вот это такая бронзирующая тоже была пудра-бронзер двойная. И когда пудра закончилась, бронзер я перепрессовала. Он тоже такой не сильно яркий. Его можно использовать и как скульптор. Поярче предыдущего, но все же не такой.
И как скульптор тоже подходит. Единственное, что для теплого цветотипа лицо должно быть тепловато. Самый рыженький это Кадали. Его все знают. Он у меня больше... Вот такое название имеет. Он у меня больше в коллекции хранится, чем в использовании попадает. Потому что оттенок такой больше как тени меня устраивает. Вот, видите, такой рыжик. Конкретный рыжик. Как тени-то использую. Ну, просто так много его не надо. Очень красивый оттенок. Максим, забирай Люську. От Essence. 9 грамм. 0,2. Я не знаю, это лимитка была или нет. А вот, да, лимитка написана. Значит, сейчас не купишь. И здесь оттенок такой интересный. Видно, да, что он двойной. Здесь посветлее, а тут потемнее. Так. Вот. Я посветлее набрала, но он такой пигментированный. Использовала. Если чуть-чуть, то он как бронзер и как скульптор использовала. Ну, по чуть-чуть набирала. Очень симпатичный от Lovely. Молочный шоколад такой. Трудно затереть. Вот сколько его не трешь. Ну, конечно, я не на постоянной основе. Если в Project Pen взять, все-таки, наверное, дотрешь. Но пока вот так. Не поверите, но последний одиночка, вот чтобы один, это от Эстрады скульптор. Еще есть скульпторы-бронзеры, но уже они в двойных, в тройных палетках. А так, чтобы вот конкретно, то вот этот у меня последний. Иди сюда. Иди сюда. Вот, он самый прямо вот скульптор. Все остальное скорее бронзеры. Просто для светлых, для теплых девочек можно использовать. И не по назначению. Теперь что мы будем с вами смотреть? Ну, давайте с больших палеток начнем. Этот ряд закончился. Одиночных больше нет. Ни скульпторов, ни бронзеров. Будем смотреть теперь то, что у меня в палеточках. Самая большая палетка. Максим, возьми Люсю к себе. Здесь и хайлайтеры, и бронзеры, и румяна, и скульпторы. То есть все на свете. Давайте я вам покажу здесь все. Вот эти румяшки мне очень нравятся. Так, первая тройка. Их можно и как тени использовать. Они очень хорошо работают как тени. Так. Вот это для смуглого лица хорошая пудра. Но надо загореть. И воспользоваться, успеть вот нижним рядом. Как только загоришь, сейчас-то, видите, немножко темновато. Вот. Палеточка этой бы вот на какое-нибудь лето заняться и хорошенечко использовать. Лена, брюнетка кореглазая, у нее ник на ютубе. Вот она молодец. Она практически закончила, мне кажется, такую палетку. Ну, по крайней мере, хорошо затерла, это вот точно. Следующая палетка, которая у меня достаточно большая, от Catrice. Которая у меня является еще и спойлером, потому что я ее использую в проектах, в Project Pen. Осталось из всех 8 оттенков всего 3, и я их использую как тени. Но, тем не менее, это не тени, это скульптор, это румяна, и вот это тоже такой, такие румяна, которые, ну, для меня это сплошные тени. Но вообще это, да, тоже румяна. Вот такая вот палеточка у меня здесь. Сейчас я ее вот сюда нанесу. Очень пигментированная. И как тени вот эта тройка смотрится очень симпатично и работает очень хорошо. Я уже говорила, девочки, я не понесла двойные, тройные, где с тенями вместе. У меня очень много еще есть румян, скульпторов, бронзеров, хайлайтеров, где палетки с тенями. Я это не понесла, то есть не буду я рассматривать. Даже от Yves Rocher вот эту большую круглую, где есть скульптор и где есть румяна, тоже не понесла. Далее, если из больших палеток следующая есть четверочка от Divage. Она у меня сейчас в косметичке как раз. Вот такая симпатяга.
Очень хорошие 4 оттенка. Замечательный такой, прямо мягенький, нежненький скульптор. Потому что хороший скульптор найти не так просто. А тут он вполне. Я сейчас, девочки, сотру, чтобы далеко не рисовать. Вот они все, бронзеры-скульпторы. Спрашивали, не угнетает ли количество? Нет, девочки, те, кто что-то любит, их не угнетает. Угнетает, если с азартом что-то покупаешь, то потом может наступить момент, когда остыл, и тебе какое-то понимание приходит, что тебе это, оказывается, не надо было. У меня с этими вот, с косметикой такого никогда не происходило. Как бы у меня всегда ровное отношение было. Если мне нравится, я, сломя голову, не скупаю. Но, тем не менее, я и подарком рада, и сама покупаю то, что мне нравится. Один из подарков, прекрасный подарок, это от Essence палетка. Она у меня в этом году будет в активном использовании. Немножко ждет очереди, но потихонечку я ей уже пользуюсь. Думаю, что к концу года, если не закончится, то будут хорошие уже ямочки. Эта палетка, я ее много раз хвалила. Кажется, да, как голый король, ничего не видно. Но лицо становится очень красивым. Ну, в плане... Оно здоровое такое, как светится изнутри, мы такой эффект называем. Еще одна очень большая палеточка, ну, в смысле, многооттеночная. Ее надо было показать сразу после первой. Это Ламель. Тон 03. Мариша мне только ее подарила. И посмотрите, какая она восхитительная. Здесь тоже замечательные два скульптора. Трое румян. Такие прямо яркие. Давайте я вот так прямо рядышком все нанесу. Очень яркие. И дальше скульпторы. Два скульптора получается. И вот этот последний хайлайтер. Хорошая прям палеточка, она мне очень нравится. Мне и по дизайну она нравится, и по компактности. И прям вот она какая-то милашно-мимишная, можно так сказать. Ну, выглядывает. Давайте покажу сразу от Vivienne Sabo вот такую трешечку кругленькую. Замечательная палетка, в которой прекраснейший, просто прекраснейший скульптор. Хорошие румяна. И опять же, вот такой вот хайлайтер, который больше подходит для тела. Давайте вот здесь покажу. Вот он скульптор, обычный хайлайтер. И бронзер или хайлайтер для тела. Хорошая палетка. В конце лета ее звездное время. Так, что у меня тоже еще тут намного оттенков. Но я вижу больше на 3 оттенка. Это, во-первых, палетка кругленькая от NYX. Она больше подходит для темненьких девочек. Для светленьких это больше тени. Хайлайтер, пудра и скульптор. Для меня это хорошая такая базовая палетка с тенями. Но, правда, такая большая, как для Гулливера. Так, еще есть вот такие на 3 оттенка. Это Essence. Сейчас они у меня находятся в Project. Ой, в Project, в косметичке. Румяна, хайлайтер и бронзер. Так, надо было тогда уместить. Румяна. Потом хайлайтер и вот такой бронзер. Яркий. Оттенки яркие, красивые. Так, что мы еще сюда уместим? Так мы сделаем. Так, как же мне тут уместиться? Сейчас. Мне нужно, чтобы еще ряд точно уместился. Поэтому попробуем. Опа. Видно?
Девочки просили, чтобы было все видно. Так, это туда. Это так. Так, кругленькие вместе. И кое-что еще будет тройное. Ради этой палетки я должна выложить этот ролик после обзора, потому что я не хочу вот этот хайлайтер вам показывать раньше времени. Бронзер и румяшки. Это палетка, которую я очень старалась эти 2 месяца затирать. И видно, что как у меня хорошо получилось с хайлайтером. И все рельефы видны, да? Ну, может быть, на момент, когда я буду показывать уже в отчете в Project Penny, может быть, еще лучше будет уже результат. Сегодня-то еще только 19-е. И вот такие вот румяшки. Видите, тут хайлайтер настолько деликатный, что он заканчивается, в принципе, не сильно, прилагая усилия. Следующая палеточка, она так-то тройная, но у меня в проекте осталось только 2 оттенка. Это любимейший от Stellary. Прекраснейший здесь был скульптор. Stellary вообще молодцы. Они пошли дальше. Сейчас вновь и вновь появляются у них новиночки. Но вот эти 2 месяца у меня был вариант либо вот эти 2 оттенка дальше тереть, либо взяться за какую-то из других палеток. Ну, я решила, видите, отложить ненадолго и потереть пока ту палеточку. Вот, поэтому здесь результатов-то почти нет. Далее еще одно кругленькое. Покажу тоже, это я их тарелками называю. От Essence Лена мне дарила. Она еще очень красивая. Вот сама по себе, вот дизайн у нее, конечно, очень красивый. И тут очень деликатный хайлайтер. Тоже сильно не затрете. Такой бронзер и вот такой хайлайтер. Деликатный. Можно как прямо просто подсвечивающую пудру использовать и будет хорошо. Следующая круглая баночка, но уже маленькая. Это Rimmelon 03 оттенок. Очень классный продукт. Сейчас я вам вот эти 2 отдельно. Вот эти 2 отдельно. И вот эти 2 отдельно покажу. Хотя можно каждую полосу брать. Вот. Классный продукт, мне он нравится. Правда, не часто в косметичке попадает, но тем не менее, все равно могу повторить, что он мне нравится. Красивая очень шоколадка. Давайте посмотрим. Здесь хайлайтер. И вот такие румяна. Никак я не затру. Прямо, чтобы дно мелькнуло. Но потихоньку все-таки пользуюсь. Вот хайлайтер и румяшки. Как вам уже количество? Так, что у нас тут в кадр-то попадает? Одно у меня вот такое сердечко есть от Revolution, да? Все правильно я говорю? Девчонок у некоторых целые коллекции с сердечками, но я не переживаю, потому что, мне кажется, и одного достаточно. Но оно очень, очень такое яркое по пигментации, поэтому... Одного достаточно. И красивая. Так, из красивенького у меня есть голова снежной девочки. Мы с вами видели туловище где-то вон там в румянах. И голова идет хайлайтер и скульптор. А нижняя часть этой девочки это палеточка с тенями. Давайте сюда голову. Вот такая она красивенькая. Так, вижу еще одну круглую баночку. Это Фарес. Жалко, если затрется. На самом деле очень симпатичненько так выглядит. Вся она прям переливается радужно. Оттенок 03. Я разделила это все-таки как вот с этой стороны хайлайтер, а вот здесь румяшки. Терракотовые такие.
хайлайтер и вот такие румяшки. Хайлайтер очень деликатный, мне он нравится, вот если даже когда наносишь, он дает такое нежное подсвечивание. Но я вам говорила, что чем старше, тем вот это вот нежное подсвечивание не из космоса, а вот что-то такое естественное. Вот есть просто даже пудры с микрочастицами, вот этими светящимися, они как-то освежают, омолаживают лицо. Мне нравится. Я против полностью матовых текстур, когда вот некоторые думают, что раз возрастная, значит нужно прямо вот строго матовые. Это конкретным девочкам идет. То есть есть типаж лица, когда это идет. Мне больше идет небольшое свечение. Двойная палеточка линейки Марк. Тут есть, наверное, оттенок. О, там тоже я, видите, сверкаю. Мозаика собирали. Тут с одной стороны вот так румяна, с другой прямо белоснежный, прям белый-белый хайлайтер. Румяшки, вот он прямо белый-белый. Дальше любимейшая палеточка от Vivienne Sabo. Тоже ради Project Pen покажу этот ролик позднее, потому что, видите, тут спойлер. Но я думаю, что на самом деле донышко будет гораздо больше, потому что сейчас впереди еще почти 10 дней, а я буду пользоваться, ну, часто. Не каждый день, потому что еще другие продукты в косметичке, но я буду пользоваться чаще. И он, видите, такой деликатный скульптор, можно... Как бы его и... Так, попробую. Опа! Можно его попробовать и подзатереть побольше. Двойной от Revolution тоже продукт. Вот название. Тут и хайлайтер, и румяшки. Хайлайтер прям конкретно здесь. А румяшки я набираю вот так, потому что прямо конкретно с этой стороны они очень такие пигментированные выходят. Хайлайтер и румяшки. Дальше Avon Tokyo. Так, куда показываю? Я просто на телефон смотрю, мне там звонок идет. Хорошо, звук отключила. Сестренка звонит, она меня гулять звала. Я сижу, я говорю, куда я пойду гулять? Мне спать сегодня негде будет. Надо доснять уже. Здесь очень яркие румяшки. Здесь хайлайтер, который немножко распадается на блестки. Ой, не уронить бы вас. Так, сюда его. Вот. Но в целом-то неплохая парочка. Смотрится симпатичненько. Макияжи нежненькие получаются. Вот этот мне нравится очень продукт. Очень симпатичная упаковочка. Правда, это закос подо что-то знаменитое. Но в Китае этот бренд называется O2O номер 3. Частенько третьи оттенки попадаются у меня, да? Так, и тут вот такая красота неземная. Хайлайтер и, можно сказать, румяшки такие. Ну, или блашлайтер. Тоже сейчас модно называют так. Вроде и не хайлайтер, и не румяна. Нечто среднее. Так, а как же мне тут... Опять подвинуть-то бы. Сейчас я, знаете, как сделаю. Не дотянуться мне. Вот я сейчас вот так немножечко указочку такую изображу. Так, дальше этот сюда. Вот такие румяна с хайлайтером от Catrice. И они оба, вот с одной стороны, румяна пигментированные, а хайлайтер, опять же, вот что-то такое мало блестящее, но хорошо выбеливающее. Вот видите, и под бровь он хорош, вот, на лице, если только выбеливать конкретные какие-то зоны. Мало пользуюсь, потому что мне не очень такие текстуры, прямо
чтобы белесые были, нравятся. От Mary Kay тоже такое для меня немножко неудобное. Ну, цвет, сам цвет не очень удобный. То есть, может быть, для конкретной блондинки подошло бы. Но вот как-то вот оно тоже... Видите, какие оттенки. Хайлайтер-то прямо совсем нежненький. Его можно быстренько затереть. Ну, румяна вот как тени больше подходят. И последнее. Тоже в проекте, но пока я до него нормально и так и не добралась. Это от Avon трешка. Давайте попробую вам три отдельных цвета показать. Так, влезли. Один, два и три. Вот так. Ну, хайлайтер тут немножко испачканный, потому что перемешивала до этого оттенки. Девочки, это все. Это все, что у меня есть. А есть, как вы видите, немало. Но, как я сказала ранее, меня ничего не угнетает, мне все нравится. Я довольна. Вот, вот такое у меня количество для одного лица продуктов. Надеюсь, я выполнила запрос. Мы с вами прям конкретно посмотрели. Мы сейчас с вами давайте отсюда вылезем. Давайте я вас аккуратненько возьму. И с высоты птичьего полета. Сейчас можно даже как-то тут вот и вот так сделать, да, чтобы оно не сильно друг на дружку наезжало. Такое количество. Все вместе. Ну, я еще фото могу сделать на заставку. Но в целом вот. Впервые я так раскладываю. Ну, раз уж попросили, я думаю, уж я и вправо, и влево, и с правого кармана влево перекладывала. И обратно, и считали, и по свотчам, и по категориям, и по брендам. Всяко пыталась. Но так еще не было. Поэтому обновленная коллекция. Но появилось много. За прошлый год, за этот год уже много новинок. Поэтому коллекция обновляется, и тем самым она становится интересней от прошлого, например, ролика. Есть чем сравнивать. Буду с вами прощаться. Мы с вами быстро отстрелялись, уложились в три части. Я рада. Видимо, как-то уже у меня опыт быстренько показывать. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.